Окей, в этом уроке мы с вами пройдем такую тему, как секвенсор и анимация камер и вывод картинок для последующего монтажа в After Effects. Окей, у нас есть сцена готовая. Эта сцена была сделана специально для видеокурса «Реалистичный рендер кухни-гостиной». Вот видеокурс мой. Так, начинаем. Сразу заходим сюда. Cinematics. Add sequencer. Так, my kitchen hall. Давайте создадим дополнительную папку. Add folder. Sequencer. Я, ну, вкратце так пишу. Чтобы было понятно. Так, new level sequence. Так, сделаем так. Kitchen Hall. Movie. Вот так вот, например. И сейф. Вот открывается такое окно. Но тут пока ничего нет. Давайте пока закроем. Вот она, иконка наша. Так, G. Давайте посмотрим, где она находится. Вот. Так, давайте поставим этот Kitchen Hall Movie где-нибудь за пределами. Так вот, со всеми полезными нашими иконочками. Так, давайте редактировать теперь. Open Level Sequence. Нажимаем. Сперва надо нажать на видеокамеру. Иконочку вот эту. И... желательно надо сразу встать так, чтобы камера... потому что первая камера будет создана как мы стоим. Поэтому примерно вот так вот поставим. И create new camera and set it the current camera cut. Вот так вот. Создается камера, синяя камера actor. По идее, в Unreal есть две камеры. Простая камера. Так, давайте выйдем из камеры. Вот. Вот синяя камера. Вот камера одна, первая. И синяя камера. В синей камере есть дополнительные параметры, которые используются в кино, ну и так далее. Более, как бы, продвинутая камера, чем вот стандартная. Мы будем использовать синяя камера. Вот. Так, давайте вот это удалим. Вот первая наша камера, синяя камера. Автоматически по умолчанию кадры от 0 до 150. Но мы хотим несколько побольше. Так. Автоматически при нажатии на эту кнопку создается камера cuts и сама камера. И она применяется. Вот. Синяя камера actor. Ну, можно сделать вручную это все. То есть PEMS. Упс, камеру можно не удалять. Пускай камера. Ну, давайте удалим все-таки. Для примера покажу. Синяя actor. Так вот, вручную ставим. Так, тут камера cuts. Вот. Вот так вот. Вот такая вот схема автоматически настраивается при нажатии на эту кнопку. Но это надо нажимать только один раз. А потом уже просто добавляем камеры. Окей? Так. Чтобы посмотреть с вида камеры, надо нажать на эту кнопку, либо на эту кнопку. Вот. Так, тут. Давайте настроим камеру. Выделяем камеру. Так, и тут возьмем, например, ну, тут можно всякие разные lens settings поставить или custom свой поставить. Вот.
Ну, например, а нет, Digital Film возьмем. И давайте посмотрим, что у нас есть. Так. Нет. Ну, в принципе. Пымс. Вот 12 миллиметров, вроде нормально. Но надо немножко камеру сдвинуть вперед. Для этого, ой, надо отключить вот эту камеру. И если надо будет, то надо выйти из камеры. Там есть кнопочка. Так, вот камера. Можно делать следующим образом. Нажимаем камеру. Появляется вот здесь мини-экран с камерой. И тут пин-превью. То есть, чтобы она никуда не исчезла. Вот. Чтобы она всегда здесь была. Так. Настраиваем, чтобы кирпичи не были видны. Вот так вот. Вот. Так, давайте посмотрим. Оп. И настройки камеры. Желательно иметь два экрана, два монитора. Так легче. Вы можете просто взять и вот этот секвенсор на второй монитор поставить и так редактировать. Так намного удобнее. Так, окей, давайте посмотрим. Focal settings. Тут можно настроить фокус. Включаем галочку Draw Debug Focus Plane. И указываем расстояние. Вот. Куда камера будет фокусироваться. Делаем такое расстояние или поближе. 200, 240, например. И не забываем отключить, потому что при визуализации вот этот у вас plane будет маячить, если не отключите вот эту галочку. Так, вот так вот. Теперь делаем перемещение камеры. Для этого надо сначала тут добавить трек. Трек Transform. Вот, теперь мы можем анимировать позиции. Location, Rotation, Scale. Можно отдельно каждый ось анимировать. Но при нажатии на верхнюю точку, вот сюда, создается для всех троих ключ анимации. Так, для начала поставим Transform в кадре 0. Location. И перемещаем до 150 вот сюда. И давайте добавим тут snapping 0,01 second. Так, и вот так вот сейчас вытащим отсюда. Вот. Теперь так, вот так вот сделаем, чтобы видно было. Так. Теперь 5-я секунда и перемещаем камеру. Упс. Вот так вот. Надо включить. То есть надо создать дополнительный ключ. Если не создадите, вы потеряете анимацию. Вот если я сейчас сдвину слайдер, анимация исчезнет. Пэм, на исходную позицию. Вот. Чтобы включить режим AutoKey, то есть чтобы автоматически ставил ключ Unreal. Так. Create only automatic add can already track this one key. А, вот эту иконочку надо активировать, тогда будут создаваться автоматически ключи в тех каналах, где уже есть ключи. Вот. Так, перемещаем теперь. Видите, вот сразу создался ключ. Ключи, то есть.
Вот. И показывает траекторию камеры сразу. Вот так вот сделаем. В принципе, норм. Норм, норм, норм. Вот так вот. Так, давайте посмотрим, какова она, наша анимация. Вот. Нет, вот сюда нажимаем. И play. Окей. Так, давайте сделаем чуть побольше. Вот этот красный ползунок можно вытянуть. Так, до, например. Ну, сколько тут примерно? Секунд. 8. И вот эту композицию. Вот синий камера актер. Можно сделать побольше. 8 секунд. И вот эти ключи последние надо переместить на 8 кадр. На 8. На 8 секунду. Вот. И вот. Правой кнопкой мыши можно вот так перемещаться. Вот так. Нажимаем правой кнопкой мыши. Так. Окей, либо вот так вот. Тын-тын-тын. Тик. Либо можно увеличить, уменьшить регион. Зажимаем Ctrl. И колесик на мышке крутим. Вот так вот. Вот. Так, давайте сделаем сразу, чтобы больше секунд было. Например, 30, да? Нажимаем вот сюда на глазик. Нет, хотя нет, вот на где плюс. Стрелочка. И тут есть start end. Можем сделать тут 30. Но оно максимум почему-то сделало 25. Это потому что надо еще двинуть вот так. Показать 30 секунд. И потом только здесь поставить 30. Тогда можно увеличить диапазон. Вот так вот. И потом увеличиваешь. Если не видно грани, то Unreal не понимает, то есть делает ограничение. Вот здесь вот. Например, я сейчас не смогу, наверное, поставить 1000. Вот, видите. Так, 30 секунд сделаем. Вот первая камера, можно сказать, готова. Бум. Теперь создаем дополнительную камеру. Для этого не нажимаем сюда. Так, а надо создать заново. Вот так вот. Синяя камера. Вручную надо создать. Так. Поставим камеру здесь. А, вот это уже можно снять. Пэм. А, нет. А, вот это можно снять. Пэм. Теперь этот пин делаем. Так, поворачиваем на 90 градусов. Так, настраиваем сразу на значение камеры. Digital film или digital film. Ну, digital film поставим. И так, какой поставим? 12. Нет, слишком. 30 тоже слишком. Давайте поставим вручную. И так. Вот здесь, по-моему, 24. Нет. Так, подождите. Тут надо настроить кастом. Тут уже сделать 24. Нет, не здесь. Так, простите. Я что-то запутался. А, вот, 24. Надо, кажется, сначала кастом перевести, а потом вот так вот потянуть. Так, чик-чик-чик-чик. Так, 24 поставим. Так. И для начала настроим фокус дистанцию draw debug focus plane
Значение 240. 240. 240, в принципе, норм. Так, немножко надо поднять камеру, кажется. Либо надо еще 18, вот так вот. А, 18. Current focal length поставим. И отключим draw debug focus plane. Вот так вот нравится мне. Так, вы можете поставить как хотите для себя. Так, да. Так, вот теперь вторую камеру надо добавить вот сюда. Так, делаем следующим образом. А, плюс камера. И вот вторая камера наша. А, синяя камера, Actor 8 у нас. Вот. Добавили. С 8 секунды. Если у вас ползунок стоял где-то, например, вот сюда, в нулевом кадре и так далее, то ну, у вас, наверное, будет следующим образом выглядеть. Вот так, например. То вы можете просто взять и передвинуть, и на 8 секунде вот остановить первую композицию. А с 8 секунды уже вторая начинается. Вот, так, сколько секунд делаем, например? Ну, давайте сделаем 5, да? Получается это 8 плюс 5, это 13 секунд. Вот сюда. Перемещаем сюда. Там. Так, камера у нас есть. Вот вторая. И опять добавляем трек Transform. И location. Ставим ключ. Вот. Ой, нет, не та секунда, простите. Перемещаем на 8 секунду. Так, и перемещаем конец композиции 13 секунд. Так, вот. Вот смотрю, камера, вид. И перемещаю камеру. Пым. Вот так вот. Примерно так. Автоматически создается ключ, потому что режим включен. Так, давайте посмотрим всю композицию. Надо нажать иконку камеры здесь. Теперь нажимаем к началу, play. Вот здесь показывает. Так. Вот так вот примерно. Так. Давайте остановим. Теперь создаем третью камеру. Давайте немножко ускоримся, потому что мы уже знаем, как это делать. Так, надо обязательно слайдер в конец композиции, чтобы не обрезалось и нам не пришлось настраивать все. Так, 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 надо выйти отсюда. Вот. Так, камера. Ну, давайте посмотрим, что мы будем визуализировать. Вот так вот сделаем, либо так камеру поставим вот так и вот так. Как я делал до этого вот. Вот давайте посмотрим все-таки на камеру, потому что. Не на камеру, а на часы. Потому что я их сделал анимированными. А, не будут же они просто так стоять. Давайте в этот раз отсюда двинем. Вот так вот. И вот так пойдем. Так, создаем камеру.
Так, вот это unpin, а вот это pin. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. 180. Сразу настраиваем digital film. Так, пока что lens пускай стоит, ну как есть. Поставим вот так вот примерно. Почему? Интересно. Вот так вот. Тык-тык. Пока что поставим примерно так. И lens settings настроим. 30. Ну, давайте пока 30 норм смотрится. И давайте зайдем, посмотрим с камеры. Так, какой это актер? 10. Так, layout. Нет. А вот 10. И plane 240. Или на часы сразу просто можно фокусироваться. Так, отключаем. Добавляем камеру. Камера. 10. Вот 10. Так, давайте посмотрим, что у нас получается. Вот. Пим. Камера стоит. Хорошо. Так. Сделаем чуть покороче. Например, тоже 5 секунд. 18. Вот. Готово. Камеру опять надо создать трек transform location и в конце так включаем камеру, выделяем камеру pin. Так, конечная позиция. Конечная позиция пускай будет такая. А, давайте поменяем начальную позицию. Вот сюда, например. Так вот. Вот. Так, нажмем play, посмотрим. Вот так вот. Теперь, чтоб в конце, например, камера вот так не замедлялась. Надо выделить последний ключ, нажать правой кнопкой мыши и делать линер. Вот, они становятся треугольниками. Так, давайте посмотрим, как это получилось у нас. Вот сюда. Так, все равно останавливается. Но давайте вот попробуем вот этот теперь сделать линер. Вот, теперь они у камеры постоянная скорость. Можем сделать это кубик авто. Тогда камера первоначальная скорость будет постоянной. И в конце тоже. Ну, как бы, давайте посмотрим ключи. Кривую. Вот. Ну, если хотим мы сделать так, вот кубик. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Вот. Теперь можем настраивать вручную это все. Надо сделать кубик User Flat Tangents. И можно настраивать так вот.
Так, давайте посмотрим, что получилось. Может, не так хорошо получилось, как хотелось бы. А, все равно какие-то мелкие сдвиги есть. Не так красиво получилось, как я планировал. Но давайте вернем линер, чтобы скорость была постоянной. Мы добавим тут эффекты fade in, fade out. А для этой камеры тоже можно так же сделать. Так, восьмое. Линер. Для первой камеры то же самое. Линер. Тогда у всех скорость будет постоянная. Вот. Окей. Так. Особо не будем затягивать. И другие камеры вы сами можете добавить. Это уже как бы уже понятно, как это делается. Так, и я хотел бы добавить. Ну, как сказать, еще предыдущую, предпоследнюю камеру, которая будет показывать прихожую. Так. Заходим сюда. Вот так вот делаем панораму. А вот так. Снизу вверх посмотреть. Снизу вверх посмотреть, например. Rotate будем включать. Не камера. Так, еще теперь Digital Film. Кастом 12. Да, 12 сойдет. И фокус 240. 240. 200. Давайте 200 сделаем. Вот это unpin. Вот это pin. Так. Примерно так поставим. Так, будем поворачивать по локалке. Вот. Вот так вот. И можно, в принципе, можно добавить вот так, вверх-вниз движение. Так, сверху падает вниз, вот так вот. Так, секвенсор. Добавляем камеру. 12-я камера. Track Transform. Теперь... Location и Rotation. Так, сначала надо смотреть вниз. Вот, примерно так. И конечная позиция тоже сделаем. А нет, побольше сделаем. 6 секунд, например. Это 24. Так, вот. И камера. И спускаем вниз. Так, не по локальной оси, а world. Вот так, чуть-чуть и еще повернуть. По локалке. Вот так вот. Давайте посмотрим, что получилось. Play. Вот и все. Так. Последняя камера. 24. Так, 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 так. Отключаем все камеры здесь. Так, так, так. Так, тут unpin. Так, 24. Четвертая секунда. Поставим слайдер сюда и создаем последнюю камеру. Она будет отходить отсюда. Примерно отсюда и... Не, хотя отсюда. И чуть-чуть назад будет отъезжать.
Так, синяя камера, актер. И digital film. Lens settings. 12. Да, сойдет. Поставим примерно так. Хотя можно еще. Так, можно не кастом сделать кастом. И тут не 12, а, например, 8. А вот кастом. Кастом. Почему-то не хочет меняться на кастом. Вот так вот. 8. 12. Почему-то вернулась обратно. Universal. Давайте сделаем Universal Zoom. Вот. И вот так вот можно делать. Чтобы обхватить побольше, побольше сцены. Вот, и... Так, чуть-чуть поближе. Вот так вот. Ну, слишком кривизна какая-то. Давайте попробуем 10. Ну, давайте 10 сделаем. Draw Debug Focus Plane включаем. 240. 240 и... Так. 0. Нет. 240. Или 200. Да, примерно так. Отключим. Теперь анимируем камеру. Добавляем камеру. Камера плюс и 1.4. Так, 1.4 вот камера. И добавляем трек Transform. Только Location. Перемещаем камеру. Конец 30 секунда. И перемещаем назад. Вот. Вот так вот примерно. Шторы видны. Вот так. Окей. Давайте посмотрим, что получилось. Окей. Вроде все норм. Вроде все готово. Так. Так, сохраняем обязательно. Save. Save all. Теперь давайте нажмем сюда. И нажмем. А, нет, вот это можно сделать. Нет, так. Отключаем выделение и нажимаем play. А нет, сначала слайдер на нулевой кадр. Вот так вот. Play. Давайте посмотрим, что у нас получилось. После этого мы, если все окей, мы добавим анимацию эффектов, таких как fade. Fade можно добавим blur. Все. Пример. А, да, мне нравится. Вполне. Так, для примера достаточно. Так. Добавим эффект фейда для начала. Вот здесь добавляем трек. Это fade track. Вот он. При значении 1 fade становится максимальным.
Так, давай на любом кадре добавляем ключ на 0,20. Добавляем ключ с нулевым значением. Так, давайте посмотрим, что из этого получается. Бим. А слишком быстро. Давайте сделаем на 1 секунду. Фейт был. Так. Вик. Вот. Вот так вот. И в конце вот здесь вот тоже можно сделать. Так, фейт. Тут ноль. Тут при смене камеры как бы незаметно было такое переключение. Так, тут ноль. Давайте везде так сделаем. Тут один, тут ноль. Наверное, по всем правилам кинематографии я все неправильно делаю, но просто для примера я это показываю, как бы технической стороны, как это делается. Так, тут один значение, тут ноль, чтобы вы смогли набить руку, ну и потом как бы заниматься творчеством. Так, пип, вот, и в конце фейд. Тут 0. Ставим ключ и тут 1. Все. Еп. Вот так вот. Тут можно, в принципе, не... Давайте вот эти ключи удалим. Вот такое резкое приключение было. Так. Теперь добавим эффект для этой камеры, например, в конце. 14-я камера. Так, тут что можно сделать? Так, назад. Вот этот. Так, что делать? А, вот. Анимируем и... так, это не то. Четырнадцать было, что ли? 10 было. Так, и тут поработаем с блуром. Так, тут добавим блур. Нет. Так. Извините, прошу прощения, но я чуть-чуть немножко подзабыл тут, да, как я до этого настраивал. Так, давайте я открою предыдущую свою сцену и давайте там посмотрим. Kitchen. Как я анимировал блур. И вот здесь в конце хочу добавить блур. Так. Угу. Kitchen Final. Так, в конце. В конце какая камера? Давайте посмотрим.
И там посмотрим настройки анимации. 55-е. Monofocal distance. Monofocal distance. Давайте посмотрим эту камеру. Синяя камера. Так, какая? 55-я. Вот она. Что тут у нас анимирует? Так. Давайте посмотрим, что тут у нас. All in. Меня какой-то косяк получился до этого. Почему-то непонятно все бросилось. Вот эти что-то случилось с этими камерами, непонятно. Давайте я быстренько посмотрю. Так, хотя вот есть первая камера. На ней есть эффекты работы с блуром. Давайте посмотрим. Тут анимируется manual focal distance. Сначала 19, а потом 500. Вот. 19, 500. Давайте попробуем так и сделать. Так. Так, сначала стоит manual focal distance 100, 200. Так, ставим ключ. Вот. Автоматически добавляется трек. Вот, и ставится ключ. И потом в конце вот здесь сделаем. Так, 19. Вот здесь 19. Оп, заблурилось и затемнение. Вот так вот. Готово. И также можем сделать для первой камеры. Так, где у нас первая камера? Это у нас шестая камера должна быть. Так, переместимся сюда. Так, слайдер на нулевой кадр. И добавляем шестой. Добавляем трек Manual Focal Distance. И вот здесь вот, например, делаем. А, то есть добавляем еще кадр, ключ. А тут меняем значение на 19. Вот. Вначале блур, а потом уже становится нормально. Ну, можно сделать еще сдвиг, когда блур будет длиться подольше. Вот так вот. Так, хотел бы здесь для второй камеры тоже настроить блур. Вот. Вот здесь добавляем ключ. Здесь вот фокусироваться, чтобы на стену. Так. Уи... Пук. Вот так вот. Окей, все готово. Теперь можем выводить картинки. Так. Давайте посмотрим без иконок. Game View. Да, примерно так. Давайте сохраним.
Save. Тут save all. Теперь выводим, нажимаем вот на эту иконочку. Render this movie. Так, выводим. Можем вывести в формате видео, но лучше делать это JPEG. Так, frame rate делаем 30. HD можете сделать Full HD или 4K или любой свой формат. Давайте я сделаю просто HD, чтобы быстрее картинки выводились. Compression quality 100. Вывод картинок. Так. Kitchen hall. Save it. Нет. Давайте я на рабочем столе создам папку. Kitchen hall. У меня есть уже такая папка. Давайте я сделаю kitchen hall movie. Вот так вот. Окей, так, где у нас? Вот указываем папку. Окей, и тут назвать кх movie и точка frame. Так, тут вроде ничего не настраиваем. Тут тоже animation. Тут можем сделать следующее: warm up frame. Добавить, например, 30. И delay before warm-up добавим, например, 3 секунды. Ну, это вот эти кадры помогают перед началом вывода картинок подготовить вашу видеокарту, чтобы она сначала просчитала все. Ну, как бы, чтобы косяков не было в начале. Вот. Нажимаем Capture. Открывается такая миниатюра. Смотрим. И ждем. И готово. Вот. Находим папку, открываем. Так, давайте проверим кое-что. Так, в конце один кадр всегда бывает лишний. Можем ее удалить. И в начале тоже всегда бывает кадр лишний. Но в данном случае все окей. А у меня постоянно бывает, что либо первый кадр, либо в конце один кадр бывает лишний. Всегда приходится удалять. Так, открываем After Effects или какая у вас программа для монтажа. Вы можете уже закрыть вот этот секвенсер. Это где Kitchen? Да, это первая версия. Так, вот этот можно закрыть, save all. Так, переключаемся на After Effects. Так, у меня эти иконки, окошки вылетели почему-то. Так, открываем рабочий стол. Выбираем первый кадр и включаем JPEG sequence. Вот. Автоматически импортируется как последователь из кадров. Бросаем сюда. И можете добавить сюда трек музыки. И можете визуализировать. Пам-пам. Можете добавить уже какие-то эффекты, цветокоррекцию там и так далее. Вот. Давайте посмотрим, что можно сделать. Например, color correction. Levels. Нет, curves. Всяко разное. Так. Под себя все настраивать.
на свой вкус. И выводим. Так, composition. Add to render query. Так, настройки какие? Ну, я обычно настраиваю так. Я уже подготовил свои настройки. MP4 sound, то есть с музыкой идет. У нее такие настройки. H264. Вот, и вот такие вот настройки. Пам. Звук такой. И вот так вот. И аудио. Нажимаем ОК. Сохраняем на рабочем столе. Save. И выводим. Не забываем нажать Caps Lock. В таком случае рендерится гораздо быстрее. А если не включаете, то есть отключаете Caps Lock, у вас идет превью, но зато медленнее будет просчитывать. Так, я почти час делаю этот рок. Получился слишком, ну, немножко длиннее, чем я ожидал. Но зато я подробно рассказал, что да как. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. 57 мегабайтов. И вот результат. Вот такую вот можете сделать себе презентацию для своей кухни, для своего интерьера. Вот, окей. Так, ну все, показал. А если есть какие-то вопросы по данной теме, можете написать мне, отвечу в комментариях или сделаю дополнительный урок. Ну все, всем удачи, всем пока. Вы можете ставить лайки, если хотите, или подписаться. Всегда есть выбор.